Солнце светит ясно, голубая река. Что же душу гложет, странная тоска? Облака сияют, тих весенний день. Отчего ж на сердце пасмурная тень? Словно дым пожарищ скрыли облака. И прочёт и горе мне поет река. На войне мой братец бьется как герой. Лишь бы он вернулся поскорей домой. Словно дым пожарищ скрыли облака. И прочёт и горе мне поет река. На войне мой братец бьется как герой. Лишь бы он вернулся поскорей домой. Российские вооруженные силы, в отличие от украинских, не наносят удары по гражданской инфраструктуре. Где могут находиться мирные жители? Мы были на активной позиции. На месте противника сражаются. Мы выходим в отделение поселенных. Все условно. Это замедление. Но делается это сложно, чтобы... Ну ты чё? Дура, это же для победы. Ты чё, озверел? Мам, где была? Чё рожа красная? Славик людей убивает. Дура, врагов не убивают, врагов уничтожают. Пошла домой. Мамочка, пускай Славик домой вернется. Чё ему здесь делать? Самим жрать нечего. Мы не можем остановиться на полпути. Иди, овца, послушай, что умные люди говорят. Да не та овца. Ничего не надо было начинать, чтобы там, с такими санкциями, кто сказал, что надо останавливаться вообще границу. Что же это Славик мирных убивает? Мой сын, герой. Мама, мне страшно, там же дети, женщины, старики. Тебе-то что? Я видела одного, весь в крови, на велосипеде. Чего? Кого ты видела? Люто. Смотрелась? Фейки распространяешь! Слышь, не тронь малую! На! Или мы проигрываем на Украине, или начинается Третья мировая. Лично я считаю наиболее реалистичным путь Третьей мировой. Потому что, зная нас, зная нашего руководителя Путина Владимира Владимировича, вот самое невероятное, что в конце концов все это закончится ядерным ударом, мне представляется все же более вероятным, чем вот такое развитие событий. К ужасу мы... Патриоты! Стороны, вечер в хату! Какие что, люди в Голливуде! Отчего надулся несмеянно? На, полюбуйся, как твой сынок мне врезал. Мал врезал, раз язык не отпустила. А где малолетка-то? Жрать захочет, подойдет. Ну ладно, тогда вот. Наша девка загрустила, вышла в поле погулять. А когда
спросила вдруг еды. Но еда не обломилась, а иди-ка до пизды. Славик родины опора, патриот он и герой. Выпьем, выпьем за победу, наливай-ка по восьмой. Тем временем Киев делает все, чтобы попытаться дискредитировать наших военных. Вот кадры, которые Минобороны Украины... А как же детей хохлов, а стариков? Люди в подвалах сидят, им воды негде набрать. Но стоит внимательнее присмотреться, и становится понятно. Это очередной фейк. Кадры постановочные. Видно, как один из якобы убитых поднимает руку, а другой встает сразу же после того, как мимо проехала машина с оператором. Это провокация. Наши силы не причастны к убийству мирных жителей. К тому же выезды из города не блокировались. Все люди могли свободно выехать в северном направлении, в том числе в Белоруссию. А южные окраины Бучи ранее круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Навсегда. Вы сами убийцы и звери, бомбите свои города. Так мама сказала, так папа сказал. Они мне не врут никогда, они мне не врут никогда. Так мама сказала, так папа сказал. Они мне не врут никогда, они мне не врут никогда. Уйди, растворись, не надо мне душу на части рвать. Зачем ты восстал из ада, чтоб сердце мое терзать? Мне папа роднее, мне мама нужнее. Они мне не станут врать, они мне не станут врать. Мне папа роднее, мне мама нужнее. Они мне не станут врать, они мне не станут врать. Обмыть убит ты родной рукой, как страшно тебе не быть. Выходи, родная кровь! Выходи, стройся! Слава нашему герою, защитнику нации, что пришел домой с войны! Цыц, со спецоперации! Это как вас бомбануло? Бабка хочет, как у всех! Одобряю, за отчизну пострадать совсем не грех! Если б мы проклятых мразей не опередили, все дома бы так стояли, всех бы разбомбили! Вот ведь твари, мы сотрем их с лица планеты! Накрывай солдату мать, выпьем за победу! Ой, для геройского сынка рада расстараться! Ах, там было на войне! Цыц, на спецоперации! Наваляли мы укропом, отдохну и снова в путь. Надо больше расхуярить и нагнуть за победу. Смерть нацистам мы еще покажем им. И на статую свободы наше знамя водрузим. Ну загнул ты прям как жирик, сказанного у ядрёна мать.
А чего там мелочиться? Человек рожден мечтать. Ой, 16 сей республик, как при Сталине живут. Врач белых 15. Финнов тоже не задать. Нарываются паскуды, но мы тоже их нагнем. И в Индийском океане наши перцы искупнем. Лес, как было в старину, все должны бояться. Мы пропишем им войну. Сыцпинс, блядь, операцию. Это битва за наше будущее, за православие. Смотрите, мои милые, что я вас с войны привез. Есть машинки, есть и тряпочки, налетайте целый воз. Обо всех о вас заботился, всем подарки подобрал. Бабки Зингер, мамки Сименс, папки взял карданный вал. Эй, сеструха, что печально, что стоишь под обвизор. Зацени свою жилетку, наркомодный приговор. Я знаю, что это он тебя убил. Ты можешь выйти. Выйди, пожалуйста. Ты можешь выйти? Ты убийца. Отдай кипарь, сука. Это батин кипарь. Я батя брал. Тут... See you.